Несчастливое ограждение вдоль улицы Советской страдает от вандалов не первый год. На этот раз варвары повредили более 10 пролетов, а в одном месте практически снесли бетонное ограждение полностью. По информации правоохранительных органов, заборы были изувечены в ночь с 3 на 4 июля, то есть после Дня независимости. Имеются подозреваемые, возбуждено уголовное дело. По статье 341 Уголовного кодекса «Порча имущества в общественных местах» им грозит штраф, общественные работы либо арест на срок до 3 месяцев. Кстати, сумма ущерба составила почти 1 000 000 рублей.